Mutiny Pictures. Mutiny Pictures и Крис Джонсон представляют фильм Пресли Параса. В главных ролях Фрейя Тингли, Дралла Эйеркен, Виктор Джей Хо, Сьюзен Прайвер, и Пол Рэй. В фильме снимались Стивен Чанг, Джим Мескимем, Гейли Коуэн, Вик Пализас, Джо Сачем, Боб Макколум и другие. Автор сценария – Крис Джонсон. Режиссер – Пресли Парас. Плохие детективы.
Детективное агентство О'Коннелл и Лу. Тебе меня не выследить. Слишком шумишь. Пошла ты! Слушай, я не хочу драться. Я тоже. Тогда зачем тебе нож? О, черт. Я думал, кофе кончился. Что старики делали с фильтрами? Они на полке. А шанхайский чай? На средний. Вы это знаете. Деды любили, когда вы их навещали. На похоронах вы бы блистали. Вас там не было. Я служила своей стране. Прекрасная была служба. Ну, значит, вы получили письмо. А если бы вы его прочли, то знали бы о назначенной встрече. С возвращением, детки. А, дамы, жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Ваши дедушки были моими друзьями и клиентами. Ладно. Завещание. Мистер Лу и мистер О'Коннелл завещают свое движимое и недвижимое имущество своим любимым внучкам Пинк Лу и Николь О'Коннелл. Прежние соглашения в силе. Мисс Пинк Лу и мисс Николь О'Коннелл становятся бенефициарами и продолжателями нашего партнерства. А здесь отчет нашей доблестной полиции. Не так уж много они нашли. Офисные расходы опустошили счета стариков. Само здание — единственный актив, который можно использовать. Так, теперь любимая тема. Это счета. С ними надо разобраться побыстрее. Простите, мы должны вам деньги? Да. Печально. Всю жизнь ловить преступников и остаться без гроша. Да. Мой отец, упокой Господь его душу, любил работать с вашими дедушками. Оплачивал счета, когда сроки поджимали. Байки, мемуары. Не трусьте, мы давно заложили здание, так что реализуем все быстро. Мой паренек его продаст. Вам не повезло. Почему нам? Ну, дедушки знали, что родичи их предадут. И стариков вышвырнут на мороз. Они считали, что мы удержим агентство на плаву? Если так, то Ник с ее проблемами не потянет. Знаешь, я бы тебя урыла. Да вот он мешает. О чем и речь? Послужной список. Я служила стране, сучка! Дамы, я юрист, а не психиатр. Да, кстати, еще одно. Старики просили показать вам. Да. Господин депутат. Роб, рад встрече. Как ты? Хорошо, прошу в мой офис. Ладно. Спасибо, Тони. Пинк и Ник, да? Мои соболезнования.
Ваши деды были солью земли. Спасибо. Вы их знали? О, простите, я Тони Чао. Работал со стариками до конца. Надо поговорить. Встретимся в офисе через час. Конечно. Да. Господи, дерьмовое место для смерти. Дряхлые ублюдки. Вы кто такие? Детектив Вонг. Детектив Уизл. Что угодно, офицеры. Настоящие внучки. Что это значит? Мы узнали, что вы в городе. На всякий случай. Здесь воняет мочой. Я думал, это ты. Две недели назад вонял. Напоминает мне дело Марони. Он лежал на спине. Нет, старый дурень. Это было дело Реда Лантерна, 82-й год. Смит увидел голую миссис Кунг и бам, вылетел в окно. Ребята, вы ни хрена не поняли. Это муж сбросил Смита с балкона. Собачья чушь. Привет. Рад видеть, Тони. Спасибо за чай. К твоим услугам, Тони. Ребята, вы не оставите нас? Спасибо. Так. О том, что я скажу, прошу не болтать. Я работал с вашими стариками до конца. Они хотели выяснить, кто так лихо заложил здание. Лихо заложил? Ну, для банков это самое обычное дело. Это был не банк, а человек. Точно. Мистер Стрэтмор говорил о долгах, но сказал, что продажа здания все покроет. Но вы считаете, что это планировалось уже давно? Я хочу сказать, что мой босс, депутат Вэй, приложил руку. Это серьезное обвинение против Вэя. Для нас это, пожалуй, чересчур. Да, больно. Больно думать, что за этим стоит Вэй. Я поздно это понял. У моего деда были связи. И у моего. Да, вы правы. И они что-то раскопали. Вам будет трудно, но прошу прочесть. Удар тупым предметом. Падение с четвертого этажа. Сердечный приступ. И это случайность? Свидетели слышали шум в 9 вечера. Они поскользнулись на крыше в тумане. Собачья чушь. Вешают туман вам на уши. Они были старыми, но живчиками. Ты всегда был умен. За это старички меня и держали. В четверть десятого их нашли с травмами. У них были сломаны носы. Сломаны носы? Но они лежали... На спине. Отсюда они упали. Перерезано. Перед смертью они расследовали... эти три дела. Среди них дело депутата Вэя. Они активно им занимались.
Может, Тони нам скажет? Да. Это Ник. Детектив Вонг? Да, Вонг. Мы хотим переквалифицировать дело дедов в убийство. Что? Мы видели отчет. Не знаю, как вы его получили, но это был несчастный случай. Выслушайте нас. Оставьте. Время лечит и горе, и скорбь. Перед смертью они расследовали дело Вэя. Мы думаем, это важно. Депутата Вэя? Его все любят. Слушайте, вы зря тратите свое время. И наше, кстати, тоже. Выслушайте нас! Детектив здесь я, и решать буду я. Даю совет. Не суйтесь с обвинениями, если у вас нет доказательств. Хватит играть в детективов. И не надо нам мешать. Козел. Как и все они. Черт, лампа барахлит. Уберешь здесь? Сладкие мечты. Кофе готов. Неплохо. Хорошо пошло. Да. Принесите гуанин. Был. Я не знаю. Кажется, я вчера его видела. Может, это бычок Вэя? Вэю нужно здание. Он что-то сказал о гуанин. Гуанин. А что такое гуанин? Я тебя кое-куда отведу. Это любимая галерея моего деда. А вот это гуанин. Прекрасно, да? В буддизме она символизирует сострадание и безграничную любовь. Когда люди покидают этот мир, гуанин переносит их в цветок лотоса. Кто вы? Констанс Лейн. Это одна из моих галерей. Простите, мне пора навстречу. Поставь! Это редкость, боже!
Добрый вечер, дамы. Чудесный денек. Знаете, я тут был в ваших краях и подумал, что могу лично повидать вас. Надо было позвонить. Это покупатель здания. Дает хорошую цену. Лучшее предложение. Да. Документ составлен, и мой паренек говорит, что легко его проведет. Мы слышали о закладе. То есть мы против. Уверены? Подумайте. Мы уже решили. Уходите! Вам нужно духовное обновление. Мне и так хорошо. Прекрасная женщина сделала нам чудесный подарок. Гуанин освещает наш сумрачный офис. Спасибо, дорогой Констанс. Мы найдем ей место в шкафу. Интересно, ваши старики в этом замешаны? Они бы не стали в это влезать. Без точных данных. Твой любимый чай? Джо. И вы ничего не видели? Нет. Привет. Я сразу приехал. Сукин сын от политики. Что? О чем вы? Это ты дал отчет коронера-недоучкам. Прекратите играть в детективов, пока не вляпались. Как ваши деды. Они были хорошими... занозами в моей заднице. В наших задницах. И хреновыми детективами. Какие мудрые замечания. Помнится... это вы не надели наручники на весельчака Сэма. На твоем месте я бы не сплетничал. Из-за этого вы не стали сержантом, детектив. Скажи спасибо, что работаешь на Вэя. Уизел пока еще вежлив. Порядок? Я буду рядом.
за ваших дедов. И за старину Джо. Покойтесь с миром. Джо что-то знал? Он что-нибудь говорил вам? Все аргументы Джо были понятны лишь Джо. Серьезный вопрос. Старики молчали как рыбы. Но мы знали, что они едут в офис мэра для встречи с информатором. Детективы! Скучали? Что-нибудь ищете? А вот и она. Убью, если разобьешь. Не доверяете мне? Бросаете тень на полицию? Убийство вам не в тему? Вопросы пока задаем мы, так как мы детективы. А вы что-то скрываете? Нам нечего прятать. Тогда мы здесь осмотримся. Едва вы приехали, как забурлило всякое дерьмо. А вы работаете, и дерьмо уйдет. То есть вы двое загрузили пару видео в интернет и стали детективами. Осторожнее с этим. Мы уже давно работаем. Не хочешь вернуться в армию, милашка? Там у тебя вроде бы неплохо получалось. Не лезь в наши дела. Легче, милая крошка. У них ничего нет. Кроме урны с прахом. Если потрясти, услышишь стук зубов. Думаю, эти засранцы крышуют Вэя. Да, нашим копам не впервые работать на стороне. Платят хреново, пенсия дерьмо. Но они не убивают стариков из-за здания. Здесь дело не в деньгах. Каким боком здесь гуанин? Ее хотят отжать. Так надо отжиматься. Пятерку на ник. Идет. Если думаешь выиграть, вставай на колени. Готово?
Я приехала, как только узнала. Сначала мистер О и мистер Л, а теперь Джо. Упокой, Господи, их души. Господи, прости, вы их внучки. Простите, что не узнала вас. Ваши старики мне очень помогли. Дело о каблуках. Произведение искусства. Совершенно верно. И они нашли его. Бесценное. Рада познакомиться и прошу у вас прощения. Вы расследуете их гибель? Да, но не все умеют нормально работать. Их память в надежных руках. Прошу. Для милой леди. Дамы, будьте осторожны, это мелкий бес. Зачем ты здесь? У меня таких стариков не было. И тут замешан Вэй. Твой босс? Что ему нужно? Он хочет получить здание, но с убийствами его не связать. О, я тут ни при чем. Работайте спокойно, девочки, и разоблачайте всяких подонков. Разоблачаем. Кстати, Констанс помогает собирать средства для Вэя. Быдло во власти. Но леди должна быть на высоте. Если нас попросят, мы примем участие. Несомненно, буду рада. Почтем за честь. Отлично. Я пришлю вам машину. Ничего не ясно. Слушай, это Констанс. Как можно ей доверять? Не понимаю. Она нормальная тетка. Что с тобой? Я не знаю, как доверять тебе в этих обстоятельствах. Хорошо. Давай, говори на чистоту. Ты меня предала. Начинается. Это когда было? Нужно идти дальше. Надо работать вместе. Не парься. И давай работать. Джейд 3.
Странно. Что-то знакомое. J3. Это художественная галерея. Черт подери. Я знаю это место. Место для черного рынка предметов искусства. А Вэй — это известный мутный коллекционер. Это серьезный бизнес. Известный политик. Связан с черным рынком. Нехорошо. Это был Вэй. Простите, дамы, мы закрыты. Эй, я сказал, мы закрыты. Положите, не трогайте это. Мэм, прошу вас уйти. Я вызову полицию. Мэм, вернитесь. Снесем это место. Есть данные. Таким ножом убили Джо. У нас ограбление. Да, две девушки. Одна в черном, а вторая... Не знаю, но они украли нож. Работаем. Можно войти? Нет, не в моем городе. Я готова. Ты шутишь? Нет. Иди сюда. Серьезно? Смотри вверх. Закрой глаза. Шикарно. Не совсем. Спасибо. Порядок. Класс. Ладно, напялим платьице. Идите наверх. Последняя комната. Ищите. Удачи. Привет всем. Спасибо. Добрые люди Лос-Анджелеса. Я депутат Вэй. Это мне вы платите, друзья. Внимание всем. Это не просто сбор денег. Это прямая возможность решить серьезные проблемы нашего прекрасного города. Недвижимость стоит бешеных денег. Наши граждане не могут приобрести ничего. И граждане страдают. Американская мечта рухнула. Я хочу, чтобы вас всех услышали в Капитолии. Позвольте представить великого человека, моего полномочного представителя, главу администрации Тони Чау.
Спасибо, спасибо. Мы поняли, что оппозиция, которая стремится создать хаос на рынке жилья, работает против нас. Но ваша поддержка поможет нам уничтожить эту оппозицию. Надо ввести запрет на строительство новых зданий, пока компании не удвоят. Да, я не оговорился, удвоят жилье для неимущих. Эти люди получают большие деньги. Они знают, как давать взятки, и дают их. Мы должны остановить их и заставить их ответить перед общественностью. Я готов. Простите. Депутат Вэй готов поддержать простых трудящихся нашего округа. Наш депутат Вэй уже давно занимается жилищным строительством. И теперь у него появилось новое хобби. Оно сочетает в себе навыки опытного руководителя и ценителя изящных искусств. Депутат Вэй коллекционирует автографы. И он будет рад увидеть автограф каждого из вас на чеке, который пойдет на оплату его перевыборов. Спасибо, что пришли. Развлекаетесь? Да. Вечеринка там. Спасибо за подсказку. Не за что. Это ты. Все время. Что вы лепечете, куклы? Мы нашли нож с твоим именем. Таким же ножом убили Джо. Просто не понимаю, что вы несете. Ты говорила с Громилой. Ву? Мой коллега. Это он убил Джо. Он приобретает произведения искусства, и все. Гуанин, например. Вы крутые. Да, Ву ее искал. Думал, что она у меня. Статуэтка ничего не стоит. Это подделка. Он сам так сказал, когда я ее купила. Зачем вы отдали ее старикам? Не бойся, я не сказала Ву. Почему Ву требует ее от нас? Есть человек. Теневой император. Как его зовут? Я своих клиентов не раскрываю. Констанс, дорогая, все в порядке? Да, все хорошо, дорогой. Дамы уже уходят. Прекрасно. И все-таки я ей не доверяю. Да, я тоже. Но мы узнали планы Вэя. Надо чаще так одеваться. Я так не думаю. Не знаю, как они работали 30 лет, заключая сделки с людьми, и постоянно думая, кто врет, а кто говорит правду. Это объясняет бухло на столе. Я буду скучать. Знаешь, у моего деда было 3 брата. И он рассказывал мне о том, что в молодости они не могли купить буханку хлеба. Они выходили на улицу,
собирали сигаретные окурки на тротуаре. Вытряхивали табак и ссыпали в кувшин. Когда кувшин наполнялся, они делали самокрутки и курили их вместо хлеба. И что же они делали потом? Брали кувшин побольше. Мой дед рассказывал такую же историю. Правда? Да. Можешь спать на диване. Я займу твою кровать. Помнишь наши вечеринки с ночевкой? Ты как была засранкой, так и осталась. Кто бы говорил? Так и будешь нянчить бутылку? Хочешь выпить? О, мы играем. Попробуй отнять. Нет? Какого хрена ты творишь? Извини, я не хотела. Уйди. Уйди! Извини. Ты не виновата. Привет, это Стрэтмор. Хорошие новости. Сделку можно закрыть в пятницу. Покупатели повысили цену. Она покроет проценты. Простите, но я не понимаю. Ах, извините. 43 дня назад мы подали иск, и кое-кто прилично добавил за возможность купить здание дороже. Почему не сказали раньше? Я должен был проверить информацию. Это чепуха! Может, мне стоит поговорить с вашей коллегой Пинк? Мне надо выпить. В этом здании не курят. Отличная одежка для вечеринки. Вынюхивайте здесь что хотите, но принесите статуэтку.
Слухи не врали. Правда? Что не так, детективы? Незаконные сделки. У меня на все предметы есть документы. Не свистите. Вы же знаете, что для обыска нужен ордер. Так что ваши действия незаконны. Вы что-то скрываете. Давайте, ищите. Зря тратите время. Я думал уйти пораньше. Это легальные копии. И будьте добры, аккуратнее. Вам нечем заняться? Знаете, играть в детективов и быть настоящими детективами — это разные вещи. Заткнись. А, я вижу сходство с вашими дедушками. Они не закончили ни одно дело, и я знаю почему. Эй! Что вы делаете? А это законно? Можем договориться. Сомневаюсь. Вонг и Уизл. Мы его забираем, дамы. Янг, уводи. Хорошая подделка. Повешу на кухне. Мне нужен адвокат. Да, я так и думал. Молодцы. Вы должны нам объяснить. Но мы давно разрабатываем депутата вы, а ваши старики с нами консультировались. Вот откуда совместные снимки с Вэем. Почему не сказали раньше? Мы не могли вам доверять. Вы сами вписались в дело, а мы не мешали. Натравили нас на него и следили за нами. Став старше, вы научитесь паре трюков. А пока радуйтесь, что вы неплохо поработали. Сделайте так, чтобы он ответил в суде. У нас еще много работы. У него крутые связи. Можно работать месяцами, а потом открываются новые детали. Так работает система. Значит, его не привлечь за убийство? Забудьте об этом, у вас ничего нет. А у него железное алиби. Свидетели. Я сам видел его на видео в городе во время их смерти. Мы шьем ему мошенничество, уклонение от налогов, подкуп. Он сядет надолго. Нам этого мало. А вдруг старики просто упали? Знаете, иногда такое случается. Они были крутыми. За вас, дамы. Что-то не очень теплый прием. Новости летят быстро. Городок маленький. Я заменяю депутата. А осенью выдвину себя. Вы не слишком торопитесь, Тони? Что тут скажешь? Я оптимист. Везет вам. Да. А вот вам не везет. Не хочу вас мучить. А я не против. Я не полезу в багажник.
Не брыкайся. Ты будешь рядом с Пинк. Черт! Ладно, принцесса. Убери лапы. Мне жаль, что так вышло. Зря старики решили взять гуанин. Это был подарок. Сентиментальная история. Где статуэтка? Знали бы, не сказали. Открой свои глаза. Вижу мертвеца. Я умею убеждать людей. И всегда получаю, что хочу. Тебе нужна статуэтка? Гуанин украли из частной коллекции в Китае. Она 200 лет стояла во дворце. Дерьмовая предвыборная речь. На культуру ему плевать. Дело в деньгах, да? Молодцы, детективы. Алчность — мой порог. А это гуанин? Немало стоит. Ты не стал бы убивать из-за денег. Думаю, тебя вынудили. Я знал ваших дедушек. Уважал их. Мои соболезнования. Вы знаете, кто я? Мы слышали о вас. Теневой император. Я всегда восхищался теми, у кого есть воображение. У таких людей рождаются поистине чудесные идеи. Они видят самые мелкие детали. Но выдумывать я не мастак. Но факты просекают четко. Наша организация — это братство. Мы помогаем своей семье. И мы дали вам шанс заплатить ваши долги. Простите, сэр. Деньги, которые я выручил за здание, с лихвой покроют их долги даже с процентами. Беда в том, что ты меня подвел. Опять. Я найду гуанин и расплачусь. Мне нужно время. Здание и мои активы стоят вдвое больше, чем гуанин. Вэя нет. Я займу его место. Я дам вам что угодно. Все, что угодно. Я убил для вас. Не тебе решать, когда пролить кровь, а мне.
Я спрошу только один раз. Вы знаете, где сейчас Гуанин? Не знаем. Если вы найдете эту статуэтку, будете щедро вознаграждены. Вы убивали людей. Это неправильно. Справедливости нет без мести. И не дай вам Бог испытать мою месть. Пойдем. Это здание прекрасно. Трудная ночь? Трудная неделя. После дела Вэя мы решили поворошить архивы стариков. Мы вновь откроем дело. Почему передумали? Это пока секрет. Вы знаете, где Тони? Надо срочно его найти. Детективы! Ральф сказал, что случилось с Вэем. Поздравляю, девочки. Скажите Тони, что мы его ищем. Я предлагаю тост за раскрытие дела Вэя. Думаешь, завербоваться? Меня не возьмут. А ты? Что думаешь делать? Я уеду. Жизнь заново. Да. Возьмешь лампу? Нет, она твоя. Оставлю новым жильцам. Может, увидимся?
Разве ты не в поезде? Я его пропустила. А ты не в самолете? Я его пропустила. Посмотрим. Угораздило нас вляпаться. Кажется, я по адресу. Простите, кто вы? Я Холли. У меня беда. Поделитесь. Моя сестра пропала почти 2 недели назад. У меня осталось только ее письмо из Лос-Анджелеса. И я пришла к вам. Простите, как ваша фамилия? Мартинс. А вы детективы? Точно? Точно.